Привет, дорогие друзья! Вот забрал посылку от Владимира Ивановича Мурашкина, остальной охват России. И получается, не дотерпел до дома, потому что дома буду поздно сегодня. Вот зашел к маме и здесь решили открыть эту посылку в походных условиях, посмотреть, что же там. А здесь у нас, дорогие друзья, вот такой вот спандер. Вот, тут стоит 0,1, 2, 2,5. Выставлено 117,2 килограмма. Уже она холодная, с мороза только принесли. 117,2. Короче, попробую пока, то, что стоит. Тут взял мелок, немножко натереться, если получится. Все руки, чтобы не скользили. Так, хотя бы так, чисто символически. Очень мело мазаться, сразу можно разогреваться. Холодный. Надо приспособиться. Так, ну 117 зашел.